우리 렘넌트들이 시대 전환점을 어떻게 봐야 됩니까? Как ремнанты следует увидеть поворотный момент этой эпохи? 시대를 보는 것도 힘든데 시대 전환점을 어떻게 봅니까? Нам и так тяжело увидеть эпоху, а как мы увидим поворотный момент эпохи? 이 보는 눈이 있어야 되는 거죠. Нам необходимо открыть глаза. 그런데 ремнанты들이 꼭 알아야 되는 게 있습니다. Но существует то, что обязательно нужно знать ремнантам. 대부분 사람들이 모릅니다. Большинство людей этого не знают. 원죄가 뭔가를 몰라요. Не знают, что такое первородный грех. 이 모르니까 뭐 왜 구원받아야 되는지도 모릅니다. Так как не знают первородного греха, не знают, для чего нужно получить спасение. 창세기 3장, 6장, 11장에 빠진 이게 원죄입니다. Первородный грех – это то, что человек оказался в состоянии 3, 6, 11 глав Бытия. 뭐 사단에게 핑계 댈 필요는 없지요. 그러나 사단의 유혹을 받았다면 바꾸는 하나님 떠나버린 거죠. Конечно, мы не можем оправдываться сатаной, но человек соблазнился сатаной и впал в это состояние. 예수님이 뭐 사단 때문에 십자가 지신 건 아닙니다. 우리를 구원하려고 지셨는데 사단의 유혹을 받아서 이렇게 되어버린 거예요. Иисус умер на кресте не из-за сатаны, для того, чтобы спасти нас. Но мы искусили сатану и оказались 네, в этом состоянии. 절대로 구원을 못 받는 거예요. И мы не можем сами получить спасение. 그래서 재앙을 면할 수가 없어요. Мы не можем справиться с бедствиями. 그래서 막 몸부림을 치는 겁니다. Поэтому мы прилагаем усилия. 그래, 종교를 만들고요. Поэтому и созданы религии людьми. 뭐, 더 어려워져요, 그러면. И поэтому стало намного тяжелее. 그래 막 우리들은 막 형상을 만들어 우상 숭배하고요. Некоторые сделали себе образов и поклонялись им. 뭐가 안 되니까. Потому что что-то не получается. 막 신전도 만들고요. Стали выстраивать идолопоклонческие храмы. 어떤 막 신당도 만들고. Стали выстраивать эти здания, поклоняться. 그렇게 해서 완전히 여섯 가지 운명 올무에 걸려버린 거죠. И в итоге оказались в этой ловушке шести состояний неверующего. 이게 인간입니다. Это человек. 이 원죄 모르면요. 어떻게 교회 가는 데인지도 몰라. Когда человек не имеет представления о первородном грехе, он не знает, зачем ходить в церковь. 구원이 뭔지도 몰라요. Люди не знают, что такое спасение. 그러니 이게 뭔지도 몰라요. И даже не знают, кто такой сатана. 성경에는 자세히 설명하고 있는데 사람들 잘 몰라요. В Библии четко и ясно написано, но люди этого не знают. 그리고 실제로 우리 배경이요. Что является нашим покровительством? 지옥 배경이 뭔지도 몰라요. Это ад, и люди не знают, что это за ад. 구원받은 자는 보좌가 배경이지만요. 그냥 지옥이 배경이란 말이에요. Для спасенных людей престол – это и есть покровительство, а для неверующих – это ад. 그러니까 이게 세 개가 합쳐지면은 재앙이 계속 임하는. И в итоге бедствие сходит на людей. 이걸 지금 이 어른들이 지금 몰라한 거예요. Взрослые люди не имеют понимания относительно этого. 유대인도 몰랐고요. И даже иудеи этого не знали. 심지어 저 중세 교회 얼마나 큰 교회 그것도 몰랐고요. И даже во времена средневековья большие церкви этого не знали. 렘넌트들은 아 이게 뭐다 하는 것을 알고 있어야 돼요. Новые ремнанты должны иметь понимание относительно этого. 그래서 왜 우리가 복음 전하냐면요. Для чего мы возвещаем благую весть? 불신자는 어떻게 돼 있느냐 하는 거죠. В каком состоянии находятся неверующие люди? 자, 구원받아도 교회 다니는 교인은 참 어떻게 돼 있냐는 거죠. И даже если люди получили спасение и ходят в церковь, но в каком состоянии находятся? 그러면 세상은 어떻게 돼 있냐 말이에요. В каком состоянии находится этот мир? 자, 요 눈을 가지고 보는 이거는 비밀입니다. Мы должны открыть глаза и увидеть, ведь это тайна. 다른 책에는 없습니다. 성경에만 설명하고 있는 비밀입니다. Это тайна, о которой написано только в Библии, в других книгах не написано об этом. 이렇게 돼 있어요. Что написано? 그러니 어려울 수밖에 없죠. Евангелие от Иоанна 8:44 и поэтому находятся в трудности. 불신자 보고 너희 아비 마귀 이러면 얼마나 기분 나쁘겠어요. Вы представляете сказать неверующему ваш дьявол? 예수님이 지금 유대인 보고 직접 얘기한 거예요. Но Иисус, глядя на иудеев, лично говорит им в лицо. 어마어마한 예수님이니까 이제 유대인 보고 지적한 너희 아비 마귀. 이렇게. Так как это Иисус, он в лицо им говорит, ваш отец дьявол. 자,
여러분의 아비가 마귀라면 어떻게 되겠어요? Как вы отреагируете, если скажет ваш отец дьявол? 이 끌려갈 수밖에 없잖아요. Вы будете идти за этим. 그러니 불신자들이 아무리 성공을 해도 어려울 수밖에 없는 거예요. Вот почему неверующие, несмотря на достижение успеха, находятся в трудностях. 예수님이 이렇게 말씀하셨다. Что сказал Иисус, Матфея 12, 24. 그 안에 사단이 집을 짓고 망대를 세워놓고 있어요. Сатана в тебе строит дом и строит башню. 그러놓고는 귀신들이 집을 짓고 있어요. И поэтому бесы тоже строят этот дом. 눈에 안 보이게. Все это происходит невидимым образом. 어떤 사람은 구슬하고 나면 더 많은 귀신이 들어와. И поэтому люди, даже если и проводят какие-то обряды, больше бесов ходит человек. 또 어떤 사람은요. 큰 구슬 하거나 나중에 더 큰 구슬 해요. Некоторые люди проводят еще больше шаманские обряды и в итоге еще больше бесов. 영적인 거 아는 사람들이 이해되죠. 그러나 이렇게 불신자들이 죽어가는 거예요. Люди, которые знают духовное, понимают, но неверующие люди умирают. 심지어 교회 다녀도 진짜 복음 못 누리면 이렇게 돼요. Даже если люди ходят в церковь, но не наслаждаются благовестию, оказываются в этом состоянии. 옛날 거에 묶여 있잖아요. Связаны прошлым. 지금 뭐 고넬료 집에 간 거 얘기한 건데 옛날 거에 그대로 묶여 있는 거예요. То есть это все происходит в доме Корнилия, но все это то, что было в прошлом. 그냥 내 생각에 그대로 묶여 있죠. Люди связаны своими мыслями. 그래서 이렇게 돼 있단 말이에요. Вот в этом состоянии оказались. 이거 초대교회 마가다락방 교회 교인 보고 했는 얘기라니까요. Все это относится ранней церкви горницы Марка. 이거 바울이 교인 보고 했는 얘기예요. Павел, обращаясь к церкви, говорит эти слова. 자, 이렇게 되니까 우리가 응답이 왜 없는지도 몰라요. Так как находимся в этом состоянии, даже не имеем понимания, почему нужно ходить. 교회 왜 가야 되는지도 몰라요. Почему нужно ходить в церковь? 이걸 알면 오늘 이 시간, 내일 이름 예배 시간에 굉장한 일이 일어납니다. Но если вы это знаете, 그렇죠? то завтра во время служения произойдут великие действия, не так? 아니, 일어납니까? Как произойдут? 아니, 예배들인데 무슨 일이 일어납니까? Какие могут быть действия во время служения? 요셉이 기도하다가 세계복음의 언약 잡았습니다. 요셉 во время молитвы ухватился за завет о всемирной евангелии. 반드시 이루어집니다. И непременно это исполнится. 그렇죠. Не так ли? 여호수아에게 언약 주셨는데 하나님은 반드시 성취시키셨어요. Господь дал Иисусу Навину завет, и он непременно исполнил его. 우리는 몇십 년 전에 세계복음을 모여서 기도했는데 지금 5천 종족 문이 열리기 시작했어요. Несколько десятков лет назад мы молились вместе за евангелизацию, и сегодня собираются 5000 племен. 믿으셔야 돼요. Мы должны в это верить. 오늘 언약 잡으시고 내일 예배할 때 굉장한 하나님의 역사는 시작됩니다. Если сегодня вы ухватившись за завет, будете молиться, завтра во время богослужения произойдет великое действие. 자, 세상 나가니까 이렇게 돼 있어요. Что происходит тогда, когда выходишь в мир? 완전히 사탄의 날이 이게요. 사단이 왕 노릇을 하는 거죠. Сатана, он находится в этом мире и управляет им. 세상 신 그런데 또 사단이 이런 역할을 하고 있단 말이죠. То есть Сатана, он бог века сего. 그래서 사람들이 점치러 가는 겁니다. Вот почему люди идут гадать. 어떻게 보면 틀리다기보다도 당연히 그렇겠죠. Не то чтобы осудить, просто другого пути нет. 아니 하나님의 인도 못 받는 사단의 자녀니까 사단에게 잡혀 있는 사람에게 가서 점치는 게 당연한 거 아니겠어요? Так как человек не является Божьим чадом, так как он находится в этом состоянии, идет гадать и спрашивает у сатаны, и это естественно. 뭐, 틀린 거 맞지만은 틀린 맞다 이전에 갈 수밖에 없는 겁니다. Мы не можем безусловно говорить, что это неправильно, просто у них другого выхода нет. 오늘 여러분이 영적인 큰 망대를 세우는 진짜 기도 시작해 보세요. Поэтому я желаю, чтобы сегодня вы начали истинную молитву, чтобы поставить духовную башню. 제주 복음화뿐 아니라 세계복음화는 문이 반드시 열려지게 될 겁니다. 이 непременно откроются двери не только евангелизации Чечу, но и евангелизации мира. 렘넌트는 이거부터 알아야 되겠죠. И поэтому в заключение, что должны знать ремненты? 영적 세계를 알고 기도해야 되는 겁니다. Они должны знать духовный мир и молиться. 기도 응답은 여러분이 영적 상태 만들어진에 따라서 그 뒤에 오는 겁니다. А ответы зависят от вашего духовного состояния. 여기 응답입니다. Это и есть ответ. 영적 상태가 응답이에요. Духовное состояние это есть ответ. 이거는 그 뒤에 만들어집니다. Это после всего происходит. 여러분이 계속 충격 먹어버리면 그 뒤에 죽는 겁니다. Если вы будете постоянно получать шок, потом вы умрете. 여러분이 염려 속으로 계속 빠지면 그 뒤에
염려된 것들만 만들어지는 거예요. Если вы будете постоянно заботиться, то за этим опять вас ожидают заботы. 여러분 하나님의 말씀 붙잡으면 그 뒤에 말씀이 성취되는 거예요. Но если вы будете держаться за слово Божье, то исполнится 중요해요. слово. Это важно. 그래서 힘들어도 여러분들이 진전을 잡고 시작하는 그런 시간표 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 중요한 시작이 되게 하옵소서. Бог помоги, чтобы сегодняшний день стал важным началом. 하나님의 언약 붙잡고 말씀으로 새로 시작하는 시간표가 되게 해 주옵소서. Помоги, чтобы сегодня, держась за слово Божие, мы начали заново. 하나님의 능력을 체험하는 시작이 되게 하옵소서. Помоги, чтобы сейчас мы испытали силу Бога. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.